Новый мост. Иртыш что-то не замерз, нифига здесь. Посмотрим, сегодня рыбаки будут или нет. Да, мне кажется, по-любому будут. Ну, что-то тут не замерз, Иртыш. Сегодня не так парил, вчера вообще парил. Вот, подъехали на тепляк. Стоит одна машинка. Ну, что-то они там сидят внутри. Походу, никто не ловит. Вот он, зимний джиг. Сейчас будем пробовать, как что. Вот с первого заброса взял щучку. Вот она какая. Да я снимаю. Вот она какая щучка. Вот она уже на берегу. Первый трофей.